Tanyam rupa charitadi sukirtananu smritta kamina rasano smritta kamina rasano manasaniyojya tishchana vajeta dhanuragi jananugami kalam naed akhilam iti upadesha saram Tanyam rupa charitadi sukirtananu smritta kamina rasano manasaniyojya Tishchana bhajeta dhanuragi jananugami kalam naed akhilam iti upadesha saram. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал. Служить Мадхур Вираха Браджаваси является нашей обязанностью. Мадхур Вираха Браджаваси – те, кто испытывает глубочайшую разлуку с Кришной. И наша обязанность – постоянно служить им. Это наша высочайшая цель, наша конечная цель. Это высочайший, конечный совет Рупа Госвами. Он говорит нам, как обойти Враганога Бхаджан. В Упадешамрите он дает этот совет высочайшего порядка. Но прежде всего необходимо обсудить, что является расой. У нас есть некоторые недопонимания по поводу расы. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, раса — это личная сварупа. Как Веда Веданта молится лотосным стопам Шри Господа. Это их сварупа. Также Бхактивинода Сарасвати Тхакур говорит, что раса обладает своей собственной сварупой, и Шрила Бхактивинода Тхакур молится у лотосных стоп расы: «О, раса, пролей свою милость на нас, так, чтобы мы могли обрести тебя, почувствовать тебя и понять, и оказывать тебе должное почтение». Но материалисты, погруженные в материальную расу, не могут понять трансцендентную расу. Это стопроцентная правда, что без расы никто не хочет жить в этом материальном мире. Кто бы захотел жить в этом мире без расы? Никто, потому что здесь присутствует раса. Все дживы хотят жить. Все, что мы делаем для того, чтобы обрести расу. Не было бы расы, кто бы захотел вообще жить. Таким образом, раса необходима. Существует материальная раса и трансцендентная раса. Даже комар не может избежать своего стремления к расе. То есть он стремится пить кровь, и он рискует своей жизнью, чтобы ее попить. И свинья, она также наслаждается испражнениями, пытаясь найти новые и новые свежие испражнения. В соответствии с самскарами, все дживатмы, стремятся к той или иной расе. Вчера я говорил о том, что бесконечные дживатмы стремятся. То есть все дживатмы являются чинмо, то есть они все трансцендентные. Вчера я говорил об этом. Бесконечный четан. То есть бесконечное количество
Дживатмы. Каждый обладает своей особенностью, то есть, если бы не было у Дживы такой возможности независимого желания, нельзя было бы говорить о Четане. То есть Джива обладает личными желаниями. Даже в молекулярном строении атома можно обнаружить электрон, протон в центре. Они прыгают от одной, то есть различные соединения между ними, если изучить металлы, уран и так далее, плутоний. И если с ними что-то сделать, в общем, то они меняют свои цвета. Но суть в том, что когда энергия какая-то действует на этот металл извне, то он, эти электроны приходят в действие, и в конце концов они запрыгивают куда-то, как бы принимают высочайшее положение, эти нейтроны. Затем опускаются вниз, то есть они вниз и вверх двигаются. Ученые знают, что электроны приходят в действие. То есть они прыгают без законов, имеется в виду, никаких правил нет, они движутся. Он может передвигаться без правил. Ученые заявляют, что определенно эти электроны обладают четаной, силой желания. То есть имеется в виду своими собственными желаниями, волей. То есть никакая формула не применима к ним. И мы видим, что ученые не врут по этому поводу. Несмотря на то, что они не понимают Сиддханту, Вичар, Татва Вичар, они, то, что они говорят правильно, в шастрах сказано, что Шакти Бхагавана присутствует в каждом уголке этого бесконечного мира, в каждой крупице этого материального мира, пылинке. И то есть дживатма обладает особенностью, каждая дживатма. Поэтому Шакти присутствует повсюду в этом материальном мире. И что мы можем делать? Только лишь трансформировать одну энергию, превращая в другую. То есть имеется в виду трансформировать энергию. Но ученые уверены, что эти атомы обладают, молекулы обладают четаном. Поэтому бесконечное различие среди дживатм в этом разнообразии, в этом творении, в Кришне. То есть Четанвасту обладает, имеется в виду, джива обладает своей собственной индивидуальностью, различиями, и мы не можем это опровергнуть. В этом мире может быть много разных преданных, но каждый обладает своей особенной преданностью, своей особенностью. С самого начала Санатана Госвами то есть каждая дживатма обладает энергией, с помощью которой она стремится, то есть она обладает потенцией любовного взаимообмена с Кришной. И Кришна стремится к этому.
Поэтому Кришна посылает в этот мир своих преданных для того, чтобы распространять бхакти среди обусловленных душ. Без расы никто не хочет жить. Из-за того, что у нас есть раса, у нас есть вкус к жизни. Без расы нам... Но мы не знаем, что есть апракрита раса, что есть трансцендентная раса. Вчера я говорил об апракрита расе. Этот стих полное, точное объяснение, что такое апракрита раса. Если апракрита раса не вечна, то есть в этом материальном мире доступна апракрита раса, пракрита раса, пракрита материальная. Тот, кто совершает апаратху, никогда не сможет. Обрести никакую расу в жизни своей. Материальные концепции, материальные представления должны быть отрезаны, мы должны оставить это. Сердце наполнится сати не материальной сатвой, а трансцендентной. Она настолько сияющая. Она называется, это называется Уджвала Бхакти. Урджа-врата, в ней не подразумевается никакого осквернения, то есть она полностью чиста. Прежде всего, мы должны всегда помнить, что бхакти настолько превосходно, настолько особенно, что тот, кто обретет вкус к бхакти, не будет ни о чем больше просить, ничего жаждать. В Бхагаватам сказано, Бхагаван говорит Удаве, Салаке Сашти Сарупья. Капила Махарадж говорит своей маме Девахути: мама, если мои преданные настолько совершенны, то есть мои преданные настолько совершенны, что если я им дам, предложу какие-то удобства, например, возможность жить в одной обители с Господом или подобный Господу образ тела. Если я предложу им все это,
они абсолютно не заинтересованы будут получить это, взять это от меня. Единственное, что они хотят служить мне. Не забывайте эту шлоку. Бхакти настолько тонко, если настолько превосходно, что если какой-то преданный почувствует, хотя бы раз в жизни обретет вкус к апракрита бхакти, то есть прочувствует его, наверное, к чистому бхакти, он не сможет оставить его больше. В 11-й песне Бхагаван говорит Удава Махараджу, объясняет, что есть бхакти. Ты можешь получить абсолютно все, что бы ты ни пожелал, через мое бхакти, с помощью бхакти. То есть бхакти, она настолько вкусно, имеется в виду, что все твои ожидания, наверное, оправдают бхакти. Но бхакти настолько совершенна. Что бы ты ни хотел получить с помощью тапаси, карма-йоги или гьяна-йоги, вайраги и так далее, разных йог, пожертвований, жертвоприношений. Что бы ты ни делал для того, чтобы что-то обрести, ты можешь с легкостью обрести с помощью совершения бхакти. Очень просто. Если ты прибегнешь к помощи бхакти, ты получишь все, чего ты ждешь, чего ты хочешь. Абсолютно все преданные могут получить. Желают они жить на одной планете с Господом или что бы то ни было еще. С помощью бхакти все это достижимо. Ирай Рамананда сейчас будет говорить о Вайди Бхакти и Рагханога Бхакти. Позже мы будем говорить о Рагханога Бхакти. О превосходстве бхакти. Сейчас будем говорить о Сиддханта Вичаре, который дает Джива Госвами Пад в своей Сандарбхе. Прежде всего, если вы хотите обрести чистый Харинам, повторять чистый Харинам, или услышать его от чистого преданного, вы можете обрести его, воспринять его, а можете нет. Это зависит от состояния вашего сердца. Прежде всего, нужно постоянно слушать Харинам из чистого источника. Таким образом, вы очистите свое антикаранам. Вчера я уже говорил об этом, вы можете вспомнить. Так нужно петь киртан.
Вся сиддханта заключена в этих киртанах. Необходимо слушать харинам. И тем самым очищать свое сердце. Когда это произойдет, произойдет чартадарпа намарджанам, вы сможете слушать о рупнаме. Все есть, все заключено в нами. Рупа нам, лила нам, парикар нам, гун нам, рам нам. Постарайтесь понять то, о чем я говорю. Это на самом деле философия, которую дает нам Прабхупад. Рупа также находится в нами, качество в нами, все присутствует в харинаме. Поэтому мы говорим лила нам, парикар нам, вашиштья нам, все заключено в харинаме. Когда сердце очищено, вы обретете силу, качество слушать о рупанаме. Когда вы получите милость, энергию, силу, вы сможете реализовать, осознать, наверное, рупу Бхагавана. Все это проявится в вашем сердце. Когда качество Бхагавана проявится в вашем сердце, вы сможете понять особенности параферналий, таких как Гопи, Вриндаван и парикаров вы сможете понять. После этого, когда вы все это осознаете, параферналии, красоту Господа, вы сможете получить силу, возможность понять рам-нам, кунаруп парикар. То есть, когда харинам проявится в вашем сердце, все лилы откроются вам. Джива Госвами говорит, что для того, чтобы осознать лилу, не нужно какой-то искусственный процесс применять. Все это автоматически происходит. Те, кто пытаются совершать рупануга бхаджан искусственным путем, они падают, и никогда их усилия не увенчаются успехом, и они будут наказаны за это. Потому что они анадхикари, у них нет адхикара для этого. В соответствии с силой, могуществом, качествами. То есть мы должны действовать в соответствии со своими качествами, со своим уровнем, иначе мы пойдем и будем наказаны. Рупа Госвами говорит, когда вы обретете крипу, все проявится в вашем сердце, все составляющие святого имени. Таков постепенный процесс. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Шрила Джива Госвами описывает это. Этот процесс, то есть это постепенный процесс.
когда кто-то хочет слушать Харикатху из своих предыдущих самскар, испытывать вдохновение, совершать баджан, духовную практику, как один из один из Браджаваси, как, например, Мадху Мангал вчера я говорил об этом, у него очень особое веселое настроение, он постоянно шутит. Некоторые преданные могут испытывать желание следовать Сидаму, Васудаму и другим, или настроение Нанды Яшоды. Таким образом, постепенно нужно следовать этому процессу. И желание лаулям внутри сердца, глубочайшее желание. Невозможно такое желание обрести силой. Лаулям значит любовь. Невозможно обрести этого, просто читая книги. Потому что в этом материальном мире мы никогда не видим, чтобы кто-то читал книги после того, как он развил какое-то влечение глубокое к манго, сладостям. То есть имеется в виду для того, чтобы от чтения не развить эту жадность. Этот вкус — это автоматический фактор. Не так, что, читая книги, когда кто-то совершает баджан, шраван, киртан и так далее, с чувством того, что мы обязаны это делать, потому что опасно не совершать баджан. То есть они следуют этому в соответствии с предписаниями шастр. Это хорошо, но это не есть рагануга бхакти. Только любовь является бхакти праврита караном. Мы не можем, читая книги, развить эту жадность, это стремление. Рага — это спонтанное понятие, как Гурупад Падма говорит, цитирует. Те враджаваси, которые обладают естественным влечением к Кришне, Кришна обладает естественным влечением ко всем враджаваси. То есть то влечение, которое гопи испытывают к Кришне, а он к ним называется рагануга баджаном, рагой. Рагануга бхакти. Что такое рагануга бхакти? Ваш иштадев, Шри Кришна. Влечение, которое вы испытываете к какой-то особой расе. Когда вы погрузили свое сердце и ум в это, как, например, какой-то дух нападает на вас, и он играется с вашим телом, вселяется, если дух у вас. Вы не можете больше контролировать свое тело. Когда, в каком случае дух может вселиться в кого-то? Когда он поймет, что сознание очень низкого человека, что он легко может вселиться в тело и покрыть сознание
этого человека и делаю все, что захочу с его телом. Но если ваше сознание очень высоко, если вы совершаете баджан и поддерживаете чистоту, я постоянно говорю об этом, ментальная чистота, физическая чистота, я на практическом уровне могу это показать. Если вы стопроцентно следуете в чистоте, никакая черная магия не может на вас повлиять. Не будет у этих людей, которые хотят применить черную магию против вас, никакой силы. Когда духи видят низкое сознание дживатмы, они вселяются в нее и делают все, что захотят с телом этой дживатмы. В вашем уме не останется никакого места для материальных вещей, когда произойдет это. Имеется в виду, вы обретете рагу. Вы просто забудетесь в этом, в мыслях о своем Иштадеве. Вот это называется рагатмика бхакти. Таким образом, рагануга бхакти достигается с помощью данного процесса. В форме садаки, если вы совершаете преданное служение и своим внешним телом, а в сердце у вас чистое понимание того процесса, этого процесса. Но сахаджии, они неправильно используют этот данный процесс. Они плетают грязь в рагануга баджан. Они говорят, что искусственным путем можно достигнуть этого. Но в связи с этим говорится этот стих. Сева. Вы выполняете ее с помощью тела. И если вы слышите харикатху долгое время, вы забываете о своем теле. В таком случае тело ваше одухотворяется, оно перестает быть материальным. В Брихат Бхагаватамрите говорится, вы можете увидеть, что тело саду не материально, оно пракрита. Оно не состоит из пяти элементов этого материального мира. Санатан Госвами Пад говорит, когда вы будете слушать и повторять святое имя Харинам, произойдет, когда вы будете пить нектар харикатхи, вы забудете о своем теле и всем, обо всем, что связано с телом. Вы можете совершать баджан 20, 30, 50 лет, но если вы полностью сконцентрированы на материальном теле, материальном уме и всем, что связано с телом, это говорит о том, что ваш баджан имеет изъяны, он несовершенен.
в настоящем баджане вы забудете обо всем, что связано с телом и о самом теле. Бхагаван обладает, является Сачидананда, рупа, его образ Сачидананда, и тело преданного также одухотворяется. Говорится, что большинство людей неправильно толкуют о том. Они говорят, что нужно совершать служение с помощью тела. Но если вы сахаджия, тело ваше не трансцендентно. То есть служение вы совершаете с помощью тела. Вы должны постичь. Сахаджи думают, что они могут следовать тому, чему хотят. Они могут думать, что я вот такая-то гопи и следует. Совершает свой баджан, который на самом деле полностью ошибочен, неправильный баджан. Имеется в виду процесс неправильный. В вашем теле, в соответствии с милостью Гуру и Вайшнавов, если вы совершенны, если ваша анугатия совершенна, если вы получите огромную крипу благодаря своему служению, вы обретете саду-сангу, вдохновение, и в конце концов в теле вашем, в котором присутствуют особенности. То есть у вас есть почтение какого-то служения. Почему вам нравится определенное служение? Почему вот кому-то нравится одно, а вам другое? То есть, если вы в совершенстве следуете данному процессу, вы обретете милость нам, Прабху. И с помощью этой милости вы проявится у вас в сердце парикар, нам парикар, то есть все, что было перечислено выше, лилы, качества Господа. Если Гурупад Падма не находится сейчас здесь, если вы не находитесь непосредственно рядом с Гурупада Падмой, и в то же время, если вы совершенный, если нет у вас лицемерия, то Гурупад Падма может прийти к вам во сне и рассказать вам о вашей сварупе, нитья сварупе, и рассказать вам абсолютно все. Я могу привести пример того, как Шамананда Прабху. Он не является материальным человеком, он нитья сида паршат, вечный спутник Господа. И также Шинивасачарья, нитья сида паршат, Рупа Госвами Пад. Все они нитья сида паршады. И как же возможно для них, что Шамананда Прабху осознал свою сварупу, открыл свою сварупу?
что он Канака Манджари. Шринивасачарья Мани Манджари. Наротам Такур. Чампака Манджари. По милости Гуру и Вайшнавов, они открывают это нам. И эта информация широко открыта для нас. То есть нам не нужно никаких предпринимать искусственных процессов для того, чтобы узнать об этом. Сейчас я нахожусь на обусловленном уровне. Если я обращусь к какому-то сахаджи, гуру, а он скажет мне, что я такая-то манджари, а я начну следовать этому процессу, что следовать тому, что говорит этот гуру, это искусственный процесс, который... То есть наши ачарьи не дают нам советов следовать таким образом, они не говорят нам, что это истинный процесс. В соответствии с одним, со своим желанием, вы хотите следовать одному из Браджаваси, захотите следовать одному из Браджаваси, и внешне вы будете совершать Шраван Киртаном с помощью тела, внешнего тела, грубого тела. А внутри вы будете осознавать свою бхаву, то, что вам нравится, это сида сварупа, в соответствии с сида сварупой вашей. Это желание в вашем сердце проявится по милости гуру и вайшнавов, и вы будете понимать, какое служение вам нужно исполнять во Вриндаване. Если же вы не обретете милости нам, Прабху, вы не сможете искусственным путем осознать свою сварупу, осознать спутников Господа, Его облик и так далее. То есть вы обретете желание следовать одному из Браджаваси, его настроению, и это будет вечным служением вашим. Кто-то, кому-то нравится Нанда Махарадж, кому-то Ишодама, а кому-то Шидам, Судам, Васудам, Мадхумангал. Кому-то нравится Радхарани, Лалита, Вишака, Шрупа Манджари. В соответствии со служением этой дживи, она будет следовать тому или иному Браджаваси. Будучи садаком, совершая баджан в этом материальном теле, вы должны следовать всем паршадам Гауранги Махапрабху, спутникам Махапрабху, таким как Рупа Госвами Пад, Санатана Госвами Пад, Рагунат Госвами. Потому что если вы будете пренебрегать своим служением в соответствии с... которое необходимо совершать в теле садаки. То есть в теле садаки мы должны следовать Рупе Госвами, который является Рупой Манджари и так далее. Браджалока — огромная территория. То есть не имеется в виду, что это какая-то особая группа.
Браджавасия. То есть вы можете, вам может понравиться кто угодно из жителей Браджа. Бхакти Расамрита Синду говорится об этом Рупа Госвами Падам. Когда ваш ум материален, по-настоящему Кришна Сева невозможно. Прабхупад говорит, что Кришна Сева это не... То есть с вашим материальным умом вы не можете совершать служение. Когда ваш ум станет трансцендентным, тогда вы сможете совершать служение. Но, то есть на умственной платформе мы можем... В общем, сейчас в теле садыки мы должны следовать спутникам Махапрабху. Санатан Госвами Пад, если он вам нравится, на самом деле в Кришналиле он Лаванга Манджари. Если вам нравится Кастури Манджари, вы можете следовать ей в Манаса Севе. Но в теле садыки вы должны следовать Кришнадас Госвами Паду, потому что это он является Кришнадасом, она является Кришнадасом Госвами. Радхарани, Лалита, Вишакха никогда не следуют Экадаши и так далее. И если мы будем думать, что я тоже не должен этому следовать, это неправильно. Потому что в Абрадже нет никаких Экадаши. Какой смысл у них? Они не следуют Экадаши. Но если вы захотите этому следовать, все кончено с вами. Вы должны следовать последователям Браджа, но сейчас вы должны следовать их проявлению в Гурангалиле, Дживи Госвами, Сваруп Госаве и так далее. Потому что они являют нам баджан, процесс баджана с начала до верхушки. Мы не можем сказать, что раз в Радхаране нет гуру, у Лалиты нет гуру, я тоже не нужен мне никакой гуру. Мы не можем так сказать. Все мы должны совершать, и следование Кадыши, Туласи Севу и так далее. Не думаю, что раз... Лалита Вишакха этого не делает, я тоже не должен этого делать. Это просто неправильная сиддханта. В своих комментариях Джива Госвами Пад Бхакти Расамрита Синду пишет: те, кто дорогие спутники Кришны, Манаси Севу вы должны совершать под руководством Рупа Госвами. Сейчас в этом материальном теле у вас материальное... Сейчас в этом мире у вас материальное тело. И вы должны следовать Рупа Госвами Панды, Санатной Госвами Панды, а иначе у вас будут колоссальные проблемы. Прежде всего, необходимо понять этот стих. Потом вы можете обнаружить Кришнам смаран джана,
tattat katharatas chasu kuryat basam braje sada. But first of all, you try to understand another slope. What is that? Tattat bhavadi madhurye sute dhiryat apikshate natro shastro na yuktincha tattlo utpatti lakshanam. You are getting inspiration to follow this, you know, those brajavasis. Вы обретете вдохновение следовать тому или иному браджавасе в соответствии со своими самскарами. И для этого вам не нужно обращаться к книгам, чтобы выбрать. То есть это, естественно, проявится. Вы должны памятовать Кришну, его спутников и служение, которое вам нравится совершать. То есть нужно выбрать одного из браджаваси, исследовать ему, того, кому лежит ваше сердце. И в уме совершать ему служение. И то служение, которое исполняет этот браджаваси, вы постоянно должны служить также в уме, как кундалата. Она постоянно поет и шутит с Кришной, и вы должны следовать вот этому настроению служения кундалаты. Как она утром приходит в Нанда-мандир, вы должны следовать этому. То есть с точным расписанием, когда что она делает. И вы должны в уме всегда быть во Вриндаван-дхаме. Если это невозможно физически, как минимум в уме вы должны совершать служение во Вриндаване постоянно, без остановки. Если физически невозможно совершать служение, как минимум в уме, вы должны постоянно его совершать. Кришнадас Кавираж Госвами пишет в Чайтанья Чаритамрите. Чайтанья Лила — прекрасный пруд, бесконечный, бесконечно глубокий. И ум ваш должен быть как лебедь, плавать в этом пруду. То есть ум сравнивается с лебедем, которые плавают в этом пруду. Различные преданные проявляют разные бхавы. Они плавают в этом пруду бесконечном. Пруд этот очень прекрасен, и они постоянно испытывают вкус к служению. Таким образом, нужно следовать
настроение служения одного из браджаваси постоянно. Если же вы хотите нарушить правила и предписания, ваш рупа-нога, рога-нога баджан бесполезен, чем бы вы ни занимались. Оно как... Это просто нонсенс. В процессе баджана много предписаний. Если вы полностью установились на пути бхакти, и если вы не можете следовать одному какому-то из предписаний, в этом нет проблем. Допустим, вы полностью совершаете баджан, вы установились в баджане, то есть основным составляющим бхакти вы следуете. Этого нельзя избежать. То есть главным необходимо следовать. Но какие-то второстепенные вещи, их можно упустить, это небольшая проблема. То есть, когда вы взрастите настроение, в котором вы хотите совершать служение, подобное одному из жителей Враджа, по милости Верховного Господа Гуру и Вайшнавов, в этом случае вы должны будете отыскать в шастрах, получить информацию от Гуру Вайшнавов, каковы мои обязанности. То есть этот вкус пробудится по милости, и с помощью Гуру Вайшнавов вы должны понять, что вы должны делать, то есть получить стабильность от них в своем баджане. Много-много вопросов в этом отношении возникает, потому что анги баджана, составляющие баджана, могут быть разделены на различные части. Одни из них, одни из них ориентированы на бхаву, другие на самбанду, третьи. Если вы развили дасю, саки и так далее, также манджари бхаву, вы должны следовать этой бхаве, наверное. Начиная с Гуру Падаши, мантра джал, Приятама Кришна, Вилас, Тадия,
то служение, которое вы хотите исполнять, лилы, которыми хотите, в которых хотите участвовать. То есть для того, чтобы обрести эту бхаву, о которой говорилось выше, необходимо следовать различным всем составляющим Кришны, составляющим бхакти, следовать экадуши и так далее. Для того, чтобы полностью удовлетворить Кришну. Для того, чтобы удовлетворить Кришну, мы должны полностью отказаться от настроения наслаждения. Поклонение Туласи. Это анукул, то есть это благоприятно для бхакти. Оно будет питать наше бхакти. Называется на санскрите бхаванукул садан. Это то, что не причинит вам никакого вреда. То есть можно писать на теле имена Господа и так далее. Возможно, это не даст вам какой-то чего-то особенного в баджане. Нет, имеется в виду, что это не причинит никакого вреда. То есть вы можете это делать. Это благоприятно для баджана. Если вам нравится рисовать различные знаки на теле, руках, это пратикул. Нет, имеется в виду рисовать какие-то вещи, наверное, противные преданности. То есть говорится, что не нужно этого делать. То есть перечисляется, что благоприятно, что неблагоприятно для нашего, для нашей преданности. Прежде чем солнце взойдет, мы видим лучи солнца. Таким образом, мы понимаем, что скоро оно взойдет. Точно так же према пробуждается в нашем сердце. Она дает сигнал. Она подобна солнцу, сурье. И сердце ваше становится полностью чистым и гладким. Это называется бхава учхата. И сейчас бхава-бхакти превращается в прему. Когда она созревает в сердце, она принимает форму премы. И что же такое према? Према
это различные, когда различные проблемы могут прийти в вашу жизнь, разные препятствия, но тем не менее бхава ваша стабильна. Никто не может остановить вас служить в вашем служении, выполнять служение. Когда проблемы будут приходить в вашу жизнь, какие бы сложные они ни были, это не сможет остановить вас в вашем служении. То есть все будет стабильно, все будет как... То есть имеется в виду, что это никак вас не побеспокоит. Из-за колоссальной... Из-за колоссального влечения... К этому можно применить только санскритские термины «мамата», то есть когда вы развили свою привязанность, затем снеха привязаны. Каковы симптомы снехи? Сердце ваше будет плавиться. Таков симптом. Затем, когда вы будете развиваться, праная придет. Вы будете обретете глубокую веру, что без этого вы умрете. То есть тотальная вера. Вишвас. Таков процесс. Когда сердце ваше станет полностью гладким, в нем будет глубочайшая привязанность, влечение. Бхава обретет свою зрелость, она станет густой, она превратится в прему, это состояние называется према. Затем стхай бхав и санчари бхав. Вы должны понять, что такое стхай бхав. Когда Кришна Рати, Вибхав, Анубхав, Саттвик, Вабичари, с помощью Шравана и Киртана, вы обретаете вкус, и это и есть Бхакти-раса. О бхакти-расе мы уже говорили. Есть разные виды расы, шанта-дасия. Ацали. И также в материальном мире она разделяется по таким же критериям. Как понять шантарасу? Бхакты в шантарасе
это го-мата, то есть корова, если вы вовлекете их в служение, они будут делать, в противном случае нет. То есть они также обладают чувствами Кришны, тем не менее. И что же такое вибав? Два вида вибхава есть. Какие-то какое-то вдохновение, чувства. То есть два вида чувства вибхав. Аламбав, поддержка. Как, например, вы видите что-то и вспоминаете о Кришне, например, какое-то дерево вам напоминает. Вам Кришну, то есть, или видите на Павна-Саровара, смотрите на пруд Павна-Саровара и вспоминаете о Кришне, это как удипаны. Рати. То есть аламбанда — это поддержка, а удипана — это уже объяснялось. Аламбанды есть двух видов — вишая и ашрая. Кришна — это вишая, а ашрая — это преданные. Преданные. То есть Ашрая Ламбан — это преданный, Вишая Ламбан — это сам Кришна. Видя Ямуну, Кадамбу, преданный испытывает особое чувство, особое вдохновение. Это зовется удипанами. Бхава может выражаться по-разному, как смех, танец, слезы и так далее. Это проявление бхавы зовется анубхав. Я не знаю, понимаете вы это или нет, это очень сокровенные вещи, их сложно понять. С помощью них сердце ваше, то есть тело тоже проявляет симптомы. С
саттвика бхава проявляется в восьми различных формах. Они проявляются, то есть это говорится о телесном проявлении. Раманча, то есть то, что вы не можете говорить должным образом, волосы стоят дыбом, тело меняет цвет, слезы выступают, сознание уходит. И... То есть саттвика бхава проявляется в разных этих восьми формах. В читании лили мы видим, что порой читание Махапрабху падает без сознания или прыгает в море, в океан, или какие бхавы он проявляет перед Джаганнатхом. Стамба означает инертность. Как мы видим в одной из лил Махапрабху, вначале начал бежать, слыша Гита Говинду. Он понесся к Чатака Парвату, как ветер. Но как только Говинда закричал ему, Прабху, это Матаджи поет. Услышав это, Махапрабху замер, он не мог сдвинуться с места. Пот выступает на теле. Тело меняет цвет. Слезы. И сушукти означает, что сознание уходит. То есть человек, наверное, теряет сознание, не может себя контролировать. Это очень сокровенная татва. Я знаю, что вам сейчас скучно это все слушать, но что делать? Если не хотите слышать, я должен перепрыгнуть, то есть перейти к другому, но так или иначе это нужно, этого коснуться необходимо. Постепенно. Один за одним. Этот процесс таков, что второе более вкусное, чем первое. Третий уровень развития более вкусен, чем второй. И так постепенно, постепенно развиваясь по пути данному нашими, по ступеням данными нашими ачарьями, мы больше и больше удовлетворения в этом черпаем, больше и больше вкуса у нас пророждается. И такие бхавы проявляются только в нитья-ситхах, наверное. Они доступны только нитья-ситхам. Когда постепенно джива развивает свое бхакти, как говорится в этом стихе. Развивается джатарати и так далее. И сейчас нужно понять, что прежде всего Рай Махашай говорит о Рагануга Бхакти. После этого он будет говорить о Прям Бхакти. Будет обсуждать эту шлоку.
дасти ячаре ячара пипаса, тавот сукхайо бхавато нунубхакша пейо. So long as you are feeling appetite, hungry attitude, you can get satisfaction about your food taking. You are going to take prasad. Когда у вас аппетит, вы можете поесть и удовлетворить его таким же образом. И вы можете что-то делать, но если это будет без премы, Бхагаван не получит удовлетворения. Если же присутствует према в сердце вашем, оно начнет плавиться. Почему? Потому что Бхагаван станет удовлетворенным. Он будет доволен этим. О Рагануга Бхакти я уже рассказал. И вы уже знаете шлоку, которую сказал Махапрабху в читании Чаритамрите. Служа чистому Рагануга Бхакти, благодаря общению с ним, вы сможете обрести это так и только так. Мадхендра Пурипат обладает бхакти. И Ишвара Пурипат, благодаря служению ему, обрел полную его крипу, милость. Таким образом, это можно обрести только с помощью другого, с помощью Рагануга Бхакти. Поэтому Махапрабху говорит, что это необходимо приобрести. Как же вы можете приобрести это с помощью лаулии? Если у вас будет огромное желание, жадность обрести это, только так, только такой ценой можно обрести это. И в соответствии с Рагануга Бхакти, говоря второй шлоке, Рай Рамананда объясняет, что привязанность очень редка. И Махапрабху просит говорить его еще и еще продолжать. Он говорит, что это хорошо все, но я хочу слышать нечто большее. Таким образом, он объяснил Шанту и собирается перейти к Дасе. То есть, если вы вовлекаете Шанта Бхакту в служение, они будут выполнять его. В противном случае нет. Поэтому Дасе прямо очень хорошо. И Шрупа Госвами Пад говорит, тот, кто наслаждается Шанта Бхактарасой, Шанта Бхактирасой, они нирапекша. У них нет ложного эго, гордости. И они хранят молчание.
И такие качества очень редкие. Я могу привести пример Шанта Бхактарас, Навайгендра, Чатуршан, деревья, растения Бриндавана, Гомата, коров Бриндавана, Вену имеется в виду, флейта Кришны. Все это Шантараса. Они находятся в Шантарасе. В Даси Рати должно присутствовать настроение служения, сева, бхава. Понимание того, что я севак. И даси-раса также может быть разделена на две части. Самбав первое. Из-за почтения, наверное, служит. Второе — это из страха. Страх, смешанный с почтением. Мадхураваси обладают даси-расой, смешанной со страхом. То есть в Праджадхаме такие севаки понимают славу Господа, почтение. Они понимают, что это принц Нанда Кумар, в будущем он станет царем. То есть речь идет о Мадхураваси, наверное. Они понимают, что нужно о нем заботиться, служить ему, в будущем он станет царем. Поэтому, когда маленький Кришна, очень непослушный, они как бы, точнее, речь идет о некоторых Браджаваси, они говорят, что веди себя хорошо, иначе я все расскажу Ишода маме, маме Ишоде. То есть, из такого настроения они грозят ему, говорят, что не делай так. Все, маме расскажем. И таким образом, привязанность, бхава привязанности выше. Когда Бхагаван получает такое служение, которое оказывает ему его слуги в Мадхуре и так далее. Когда он отправляется в Двараку, Бхагаван Шри Кришна помнит то, как служит ему. Такие слуги. Несмотря на то, что он едет
в Двараку он помнит севаков, то есть своих слуг во Вриндаване и Мадхуре. В Двараке иногда он показывает свой облик четырехрукий, иногда он в двуруком облике, но во Вриндаване он не может показывать четырехрукий образ, только лишь две руки у него там, в которых он держит флейту, в голове у него павлин, не перо. У него такое ясное осознание, что я гопа. И одевается он в соответствии с этим. Но в Двараке он сын кшатрия. И таким образом он отождествляет себя подобным образом. То есть его круг общения также состоит из кшатриев. Есть четыре вида даси, описанные в Бхактирасамрита Синду. Адикрита дас первая. Те слуги, которые под контролем Кришны. Они были вовлечены в служение Кришне. И в соответствии с наставлениями и желаниями Кришны они совершают служение. Есть второй вид служения, Ашрита Дас. Когда у них начинаются проблемы, они принимают прибежище Кришны и понимают, что на самом деле мы слуги Кришны. Подобно Калянаге, змею Кали. Когда он оказался столкнулся с серьезными проблемами, он осознал, что он слуга Кришны. Джарасанда. Многие цари были заточены в тюрьму с Джарасандой. В конце концов, они поняли, что Верховный Господь присутствует здесь, и начали молиться: «О, Прабху, если ты можешь спасти нас, пожалуйста, на самом деле мы твои слуги, заточенные в тюрьму». Джарасанда отправил их в тюрьму, но они в конце концов получали милость Кришны. Они обретали желание служить Шри Кришне. И это второй вид даси, ашрита даси. Дасям. И даже она может быть, эта часть может разделена быть на несколько подразделений. Первое — это шаранья, калия. Например, змей калия, попав в большие проблемы, он хотел принять прибежище, просил прощения у Господа. Затем гьяничар, те, кто получили милость саду, как санакади муни. Такие как санакадиму. И третья категория, те, кто обладает севаништхой, шукадев и другие. В третьей песне Шримад Бхагаватам это перечисляется, те, кто обладает настроением служения. Chandra, Dajo,
Пундарик Ади относится к Шритадасу четвертой категории. Паришат Дас – это Удава Паршат Дас. То есть они вечные спутники Кришны и совершают служение в соответствии с желанием Кришны. Удхав – такой Паршат. Все они Паршады. Иногда Удава действует как министр, давая советы Кришне. Иногда они совершают служение особы. Кришна забирается на колесницу по их плечам, наверное, по... иногда он... То есть Удава дает наставление, например, Кришне. То есть они тоже могут служить каким-то другим, то есть каким-то выходящим за рамки, наверное, даси, расы. Пожелание самого Шри Кришны. Парикшит Махарадж слышал Харикатхот для служения Шри Кришне. Шри Кришне. Бишмадев также служил Видура, также Парик. То есть все они Паришада Дасы, Ануга Дасы, последователи Шри Кришны. Среди них Сарвада. Они вовлечены в прямое служение. Те, кто полностью вовлечены в прямое служение Кришне, обладают глубочайшей привязанностью к Кришне, поэтому они постоянно заняты служением, размышлениями о том, как угодить Кришне. То есть это анугадасы, которые могут быть разделены еще на несколько категорий. И в Дварике есть анугадасы, это последователи Кришны. Без Кришны они не могут жить. В Двараке в в собрании некоторые омахивают Кришну. Шутанда предлагает Кришне листья бетеля. То есть они оказывают такое служение. Они постоянно служат Шри Кришне. Они постоянно в Сарва-Шрештхе постоянно исполняет вечное служение. Это одна из... То есть один из таких слуг молится Гирираджу: «Прабху, пожалуйста, благослови меня так, чтобы я мог служить лотосным стопам сына Нанда Махараджа больше и больше».
Нанда Махарадж также служит. Например, он берет Кришну и обучает его в Гошалу, и обучает его, как доить Гомату, коров. И в это время Яшодама посылает слуг привести Кришну назад, потому что уже становится поздно. И вот этот слуга приходит и говорит, что я должен отвезти Кришну назад, потому что мама Яшода прислала его. И Нанда Махарадж отпускает его. Таким образом, Кришна с этим слугой возвращается к Яшоде, маме Яшоде, потому что там она уже готовит ему все необходимое для омовения. Яшода, мама Яшода встречает Кришну вновь и вновь, целуя его. И она говорит маленьким мальчикам, друзьям Кришны: «Все вы отправляетесь домой и принимайте омовение, а затем приходите к нам принять прасад вместе с Кришной». Так она отправляет их по домам, чтобы те приняли омовение, и берет Кришну и омывает его, одевая в чистые одежды. Затем начинает кормить их. Завтра мы будем говорить об этом. Это очень сложные вещи. Вы, наверное, устали от этого, потому что голова — это расататва. Обычные люди не имеют доступа к этому. И таким образом я пытался об этом говорить на основе шлоки Шрила Рупа Госвамипада. Рупа Госвамипад советует нам, что нужно каждую секунду, 24 часа в сутках, нужно думать о том, как задействовать себя в служении. Вы постоянно должны памятовать о Руп Нами Гуне. И киртан, то есть имеется в виду такое памятование, нужно совершать чистым совершать киртан, необычный. Тут говорится сукиртан, не просто киртан, под руководством Шри Гуру и Вайшнавов. То есть необходимо памятовать смритья. И необходимо сделать едиными язык и ум. Когда Радхарани говорит Кришне, у людей обычно ум отличен от языка, то есть они говорят что-то и думают разные вещи. Но мой ум полностью не отличен от Вриндавана. Мой ум — это Вриндаван. Нет ничего, кроме Вриндавана в моем уме. Нет места ни для чего. Если ты прольешь на меня свою милость, то постепенно то есть я буду думать, что ты на меня пролил настоящую милость только тогда, когда ты отправишься со мной во Вриндаван.
Когда мы поймем, что ты во Вриндаване, когда мы твои лотосные стопы коснутся этой земли, мы поймем, что ты пролил на нас свою милость, иначе нет. Таким образом, нужно памятовать, говорить. То есть нужно соединить, сгармонизировать свой ум и речь. И круглосуточно нужно быть погруженным в служение. Таково таинство Рагануга Бхаджан. Тишчана бхаже тадануряги жама жананугами калам наид акхилам ити уподеш сахарам ванчакалпатару сикипасинд бхавича патитанам бхавана бхавишна бхио намонам.